У актеров весьма интересная и насыщенная жизнь. Постоянные репетиции, бессонные ночи, съемки. Все это отнимает много сил. Но время для совместного досуга со своей семьей актер Алексей Огурцов старается все же находить. Во-первых, я скажу, делай как я. Понимаешь, одно дело языком трепать, другое дело... Ты сделай, как я. Возьми, съесть, покажи детям, покажи пример. Алексей бодро взбирается на горку, чувствуется его решительный настрой. Эмоции переполняют актера. Мои 125 килограмм, я думаю, выдержат. Но 125 килограмм – это богатырского мяса, богатырского. Первая попытка прокатиться с горки на ватрушке выглядела очень профессионально. Сгруппировавшись в положении лежа, Алексей совершил скоростной спуск, как настоящий скелетонист. Получив массу положительных эмоций, Алексей вошел в азарт и решился на весьма смелые эксперименты. На этот раз ватрушка уже не понадобилась. Вот так! Вот так! Очень здорово, что в Одинцово есть такая зимняя забава, отметил актер. Такое времяпрепровождение объединяет людей разных возрастов и весовых категорий. Вы посмотрите, сколько тут детей. Самое главное, значит, встреча. Вот мы видели и мам, и пап, и бабушек, и дедушек. Это очень приятно, и я поддерживаю, не только я поддерживаю, мы все жители Одинцовского района, города Одинцово, все поддерживаем, приходим сюда с детьми, я пришел с женой, с дочкой. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцово.